Приветствую вас на канале Бисероплетение. В этом мастер-классе мы сплетем с вами кошечку методом параллельного плетения из бисера. На моем канале есть еще одно видео кошка из бисера параллельным плетением. И поскольку это видео пользуется большой популярностью, поэтому я решила сделать еще одно видео, еще один вариант кошки. Если вам нравится это видео, продолжайте смотреть его до самого конца. Посмотрим, как можно сделать такую кошечку. Для плетения нам понадобится чешский бисер номер 10, фиолетовый, белый, красный и черный, проволока для бисероплетения 0,3 мм и схема плетения кошки. По схеме плетения видите, ушки у нас не отмечены как ряды, поэтому мы пока мест их плести не будем в начале, а мы их добавим отдельно в самом конце. Первый ряд у нас начинается из 9 черных бисеринок. Отрезаем около 70 сантиметров проволоки. На любой из концов проволоки мы набираем 9 черных бисеринок. Другим концом мы проходим через все эти бисеринки крест-накрест. Теперь тянем за оба конца проволоки и расположим эти 9 бисеринок ровно посередине нашей проволоки. Хорошо затягиваем проволоку. Первый ряд готов. Второй ряд набираем 2 черные, 1 фиолетовую, 3 черные, 1 фиолетовую и 2 черные. Другим концом я прохожу навстречу этим бисеринкам. Я больше не буду показывать, как я прохожу крест-накрест проволокой. Просто буду показывать количество бисеринок и сколько их понадобится. Третий ряд набираем 4 черные, 1 красную и 4 черные и затягиваем нашу проволоку. Четвертый ряд 3 черные, 2 белые и 3 черные бисеринки. Пятый ряд 6 черных бисеринок. Шестой ряд 4 черные бисеринки. После шестого ряда нам нужно из красных бисеринок сделать бантик. Отдельно отрезаем 15-20 сантиметров проволоки, набираем первый ряд 4 красные бисеринки. Вторым концом мы проходим через все эти 4 бисерины крест-накрест и затягиваем эти бисеринки ровно посерединке нашей проволоки. Второй ряд 3 красные бисеринки. Третий ряд 2 красные бисеринки. Четвертый ряд 1 бисерина. Пятый ряд 2 бисерины. Шестой ряд 3 бисерины, седьмой ряд 4 красные бисеринки. Все плетение у нас закончилось. Теперь нам нужно закрепить эти концы проволок. Поэтому мы одним из концов проволоки проходим через предыдущий ряд. Вот так. Выводим эту проволоку. Все хорошо подтягиваем. И теперь, когда у нас две проволоки сошлись, мы берем их и перекручиваем между собой. Ненужный конец проволоки мы обрезаем. А вот этот кусочек маленький, который остался, мы просто загибаем, чтобы его не было видно. И вот такой
симпатичный бантик у нас получился. Теперь берем голову кошки и бантик, примеряем. Нам нужно каждый из кусочков проволоки пройти через вот эти три красные бисеринки с вот этой стороны и с другой стороны. Проходим левым и правым концом через три красные бисеринки с обеих сторон и подвигаем к голове. После бантика продолжаем плетение туловища. Седьмой ряд, 2 черные бисеринки, 2 белые и 2 черные. Затягиваем этот ряд. Все хорошо подтягиваем, чтобы бантик плотно прижимался к голове и туловищу. Восьмой ряд набираем 2 черные, 4 белые и 2 черные бисеринки. Девятый ряд, 3 черные, 3 белые и 3 черные бисеринки. Десятый ряд, 4 черные, 2 белые и 4 черные бисеринки. Одиннадцатый ряд, 5 черных бисеринок, 1 белая и 5 черных. Двенадцатый ряд, 12 черных бисеринок. Тринадцатый ряд, 12 черных бисеринок. Четырнадцатый ряд, 14 черных бисеринок. Все хорошо затягиваем. Пятнадцатый ряд набираем 1 черную, 2 белые, 7 черных, 2 белые и 1 черную. Затягиваем проволоку. После 15 ряда нам нужно сделать лапки. Для того, чтобы сделать лапки, берем правый конец проволоки, пропускаем вот эту первую черную правую бисеринку и проходим проволокой через 2 белые бисеринки. Когда проволока показалась, мы ее выводим, затягиваем. Придерживаем пальчиком и затягиваем нашу проволоку. Вот так. Теперь на проволоку набираем 2 белые бисеринки. Опускаем их вниз до изделия. И входим вот эту первую правую черную бисеринку этим же правым концом. Когда конец проволоки показался, затягиваем его. Вот первая лапка у нас получилась. Точно по такому же принципу делаем и левую лапку. По схеме плетения нужно сделать хвостик. Правый кусочек проволоки, как мы видим, выходит из конца 14 ряда, а левый кусочек проволоки у нас выходит из 12 ряда. Для того, чтобы правый кусочек проволоки выходил из 14 ряда, мы вводим проволоку правую в правую бисеринку 14 ряда. Когда кусочек проволоки показался, мы его выводим. Поправляем, чтобы проволока не перекручивалась. И затягиваем ее. Для того, чтобы провести левый кусочек проволоки через 12 ряд, мы входим по между рядами проволокой, вот так, и как бы по чуть-чуть добираемся к 12 ряду, чтобы не было резкого перехода между рядами. Хорошо затягиваем проволоку. Теперь вводим проволоку через 12 ряд. Когда кусочек проволоки показался, затягиваем его.
Поправляем чуть-чуть изделие. Все проволоки выходят из нужной нам стороны. Набираем 3 черные бисеринки и точно так же плетем по 3 черных бисеринки все 9 рядов. Десятый ряд 2 черные, 1 белая. Одиннадцатый ряд 2 белые бисеринки. Двенадцатый ряд 1 белая бисеринка. Все, плетение хвостика у нас закончилось. Теперь для того, чтобы закрепить проволоку, нам нужно провести один кусочек через предыдущий ряд. То есть я провожу через 2 белые бисеринки любой из концов проволоки и затягиваю его. Когда у нас проволока выходит с одной стороны, мы просто берем и перекручиваем эту проволоку. Теперь ненужную проволоку обрезаем. А кусочек проволоки, который остался, мы загибаем. Прячем его. Чтобы закончить наше изделие, нам нужно еще сплести ушки. Отрезаем 10 сантиметров проволоки, набираем 1 черную бисеринку, входим в нее крест-накрест и расположим ее ровно посередине этой проволоки. Далее набираем 3 черные бисеринки. Входим в эти 3 черные бисеринки другим концом и затягиваем. Все хорошо подтягиваем. И 4 черные бисеринки. Все, одно ушко у нас готово. По такому же принципу делаем и второе ухо. Присоединяем ушки к крайним 4 бисеринкам с правой и с левой стороны. Берем нашего котика и ушко. Теперь левую проволоку мы пропускаем под 4 бисеринкой, плотно подтягиваем это ушко и делаем несколько витков между 4 и 5 бисеринкой первого ряда. Можно было бы, конечно, и пройтись проволокой через первый ряд, но просто там уже в этих бисеринках 2 проволоки, поэтому не получится пропустить проволоку. Поэтому мы просто вот так берем и накручиваем эту проволоку. Таким образом присоединяем ушко. И берем теперь правый конец нашей проволочки. Проходим проволокой между первым и вторым рядом. И затягиваем нашу проволочку. Хорошо подтягиваем. И так делаем несколько витков. Делав несколько витков, нужно закрепить нашу проволоку. Проходим правым концом и левым между бисеринками нашего ушка. Хорошо подтягиваем все. И теперь через следующие ряды можно помочь себе плоскогубцами. И так доходим до самого конца. В конце можно сделать несколько витков, чтобы проволока хорошо закрепилась. Все, теперь ненужный конец проволоки можно обрезать.
Точно так же мы сделаем и с левым концом этой проволоки. Одно ушко готово. Точно по такому же принципу сделали и левое ухо. Все, плетение нашей кошечки закончилось. Вот такая она получается. Ребят, если вам понравился данный мастер-класс, обязательно под видео ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео в социальных сетях со своими друзьями. Я вам желаю удачи в плетении. Всем пока!